Сегодня Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному собранию. Глава государства сразу обозначил, акцент в послании будет сделан на внутренней политике. В самом начале президент обозначил важность вакцинации против COVID. Еще раз обращаюсь к гражданам России. Дорогие мои, нельзя терять бдительность. Прошу вас беречь себя и своих близких. Максимально ответственно соблюдать все рекомендации врачей и санитарных служб. Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Прошу правительства, Минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься этими вопросами. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет. Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан. Пожалуйста, еще раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России, сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет. А далее предложил новые меры поддержки для семей с детьми и работников образования. Итак, рассмотрим подробнее. Дети из неполных семей теперь будут получать ежемесячную выплату в размере 5650 рублей. В среднем около 6,5 тысяч рублей назначат беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Больничный по уходу за ребенком для молодых мам должен теперь оплачиваться в максимальном объеме. По 10 тысяч рублей получат семьи школьников к началу нового учебного года. И по 5 тысяч рублей в месяц составит надбавка для кураторов техникумов и колледжей. Кроме того, до 2026 года сохраняется программа материнского капитала. Сейчас она предусматривает поддержку в размере 640 тысяч рублей. Владимир Путин также поручил правительству проработать меры поддержки малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест, а также программ экологической защиты.